Молодые семьи Югры получают выплаты на погашение ипотечных займов. Из окружного бюджета на эти цели выделен 1 700 000 000 рублей. В Нягане единовременную выплату уже получила 51 семья. С подробностями Евгения Самойлова. Где будем день рождения Нелькина отмечать? Нелли, Ясмина и Таяна наслаждаются детством, а их родители радуются, что ипотечный кредит перестал быть тяжким бременем. Супруги Маргарита и Николай в 2012 году стали участниками госпрограммы развития жилищной сферы. 5 лет назад приобрели просторную квартиру в центре Нягани. И вот сейчас они в числе молодых многодетных семей, получателей новой в регионе единовременной выплаты на погашение части жилищного займа. Сказали, какие документы предоставить. Мы предоставили, и в течение очень короткого промежутка времени, наверное, в течение недель двух-трех нам перечислили средства уже на счет. Вот. Ну, естественно, легче стало. Сумма платежа уменьшилась значительно. Я надеюсь, что всем остальным повезет так же, как и нам. Об адресной поддержке в Югре молодых многодетных семей губернатор региона Наталья Комарова озвучила в апреле. Первые выплаты начались уже в мае. Объем бюджетных ассигнований 1 миллиард 690 миллионов рублей. На получение новой единовременной выплаты могут претендовать молодые многодетные семьи, которые подходят под все ниже перечисленные условия, являются участниками государственной программы развития жилищной сферы, включены в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями за счет бюджета округа на 1 января 2019 года, заключившие ипотечные жилищные кредиты, займы на приобретение или строительство жилых помещений в округе до 1 июля 2019 года, не получавшие субсидии на приобретение строительства жилых помещений по государственной программе, являющиеся получателем ежемесячного пособия многодетным семьям в период с 4 мая 2011 года по 31 мая 2019 года. Выплаты семьям рассчитываются индивидуально и носят беззаявительный характер. Операторы местные отделение Департамента социального развития Югры. Филиал в городе Нягани Центра социальных выплат обслуживает жителей города и района, Октябрьского района. Выплата произведена получателям, жителям города и района, 60 получателям, значит, 60 гражданам. И, соответственно, 51 гражданин в городе, 9 в Октябрьском районе. Сумма на сумму 52 миллиона 420 тысяч рублей. Ежегодно в регионе рождается более 20 тысяч малышей. Здесь устойчивая тенденция роста количества многодетных семей. По прогнозам экспертов, в 2019 году благодаря принятым решениям правительства Югры не менее 6,5 тысяч югорских семей улучшат жилищные условия. Евгения Самойлова, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.